В столице увеличили количество площадок для строительства жилья по реновации. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн». Прямо сейчас расскажу подробности. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что в столице выросло количество утвержденных площадок для строительства жилья по программе реновации. На данный момент в Москве 431 площадка на 6,7 миллиона квадратных метров. Строительство жилья на 8 новых стартовых площадках позволит переселить 76 домов, а также в 10 округах столицы закрепляется 73 территории, расположенные на месте многоквартирных домов, предполагаемых к сносу. На их месте планируется построить новые объекты, что позволит переселить 202 дома. На этом у меня все. Следите за новостями столицы, не только на сайте mymsk.online. Всего доброго!